Старейшему мурманскому журналисту Василию Белоусову исполнилось 85. Василий Сергеевич – почетный гражданин Мурманской области, кавалер орденов «Дружбы», «Знак почета», заслуженный работник культуры Российской Федерации. Василий Белоусов родился в Вологодской области. Журналистикой начал заниматься во время службы в армии на космодроме Плесецк. Писал для армейской прессы. С 1956 года работал на Мурманском рыбокомбинате электриком. Писал статьи о своих коллегах. С 1961 года начал трудиться в «Полярной правде». А спустя 16 лет стал официальным представителем региона в ТАСС. Белоусов и сейчас не прекращает работать. Он пишет книги об истории нашего региона. В канун юбилея вышел в свет новый сборник автора. Он называется «По ту сторону границы». В книге Василий Сергеевич рассказывает о поездках, которые он совершал по заданию ТАСС, а также о работе в Фонде мира. По заданию редакции Белоусов бывал в Японии, Монголии, Северной Корее, Китае, на Балканах и в Скандинавии. Презентация новой книги состоится 1 апреля в Мурманской областной научной библиотеке.